Итак, всем здравствуйте. Нас 2 дня не было в эфире, потому что немножечко хотели отдохнуть от всего спектра комментариев, которые на нас посыпались. Не будем отвечать взаимностью. Спасибо, что вообще смотрите, а комментарии то вторично. Мы сейчас едем на французский, мы едем за папой, а потом в ТРЦ на французский бульвар. Кто писал, что не время, но сейчас относительно тихо, и нам надо не так в ТРЦ, как в продуктовый магазин, где кондитерка. К сожалению, вкусные торты именно там. Так что вот так. Надеюсь, пройдет спокойно. У нас наконец-то спала жара, поэтому, надеюсь, доедем нормально. Мы зашли в Айкики. Мы попали. Тревоги нет, на удивление. И мы хотим зайти. У ВВ выпросила, смотрите, не знаю, вам видно сейчас. Вот такая пижама, штаники, кофточка, 200 гривен. $5. Платьица красивая, но платьица дорогие здесь. Поэтому пижамку купим. Ну, детского у нас больше, говорит, только у меня ничего нет. Ну, день как рабочий день. Обычно. Много, не много. Ну, есть. О, платьице. Сейчас ВВ платьице. Это кофточки для взрослых. Я думал, платьице. Тапочки есть. Ничего себе. Такие платьица мне нравятся. И вот такие 600 гривен. Но тут даже дело не в цене, а в необходимости ходить особо негде. Вы мне носочки купили? Конечно. Гольфы целые. Спасибо. Передай привет YouTube. Здрасте. У Ани свои взгляды на жизнь. Она выбрала себе сумку, 2 сумки. Не знает определиться. Сколько она стоит? Интересно просто. 300 гривен, наверное. 400. Анечка, идем. Ох и сумка. Кстати, на французском бульваре, если помните, я рекламировала кафе Candy Bar на Шевченко. Я у них спрашивала, где можно купить сладости. Сладости можно их купить вот в этой кафешке, сразу возле входа на 2-м этаже. Ну, вдруг, кто любит тоже их кондитерку, как и я. Вообще, мне уже скидка за их рекламу положена. Да. Кстати, по хорошей акции лохи на 39 за 100 грамм. Это значит 390 килограмм. Витя на рынке брал по 450. Малина 540. Вот это мы не ели. Жималось. Надо попробовать. Наверное, сейчас купим голубику. На сколько? На 89. Ну, вот, вот такая штучка на 89. Я вот, вот такую куплю. И вот мы пришли кондитерку выбирать. У вас трошки мерехтыть, но ничего страшного. Мы приходим, не знаю, Сан-Тропе с фруктами. Вкуснейший торт. Да. Тут вообще цены в Сильпо, кто знает, они всегда дорогие, но кондитерка в Сильпо очень вкусная. Вот 430 гривен. Как ни крути, 500 рублей. Часто на вот такие всякие тортики, вот, например, сегодня срок годности будет выходить 21 гривна мурашный, к минус 25%. Это вам в тему о ценах. Эклерчики, вафельки, все за 100 гривен. Вот такие пачечки маленькие, все за 100. Просто за, ну, не так, то за 100. Заварные у нас, заварные эклеры 144, а были 190. А еще мама говорила зайти в игрушечный магазин. Виктор Владимирович говорит, не знает, зачем это делать. Стресс для ребенка. Но мне очень хочется. Смотрите, сколько все. Бассейны, да. Где бассейны? Это бассейны надувные. А, бассейны? Да. А, я думал, что эти как вообще. Нет, это надувные бассейны. Если честно, я давно смотрю вот на вот такие наборы. Очень они мне нравятся. Но вот, смотрите, слоны и тварины. Вообще бомба. А это олени, львы, тигры. Смотрите, классные наборы какие-то.
Единорожка. Шикарно. Эх, вот тигрята маленькие. А еще мы смотрим столики. Ну, вот такие есть. Да, вот такие. Ну, такие в интернете 2800. А есть еще лего-столы где-то. Смысл без пенала его. Ну, а такие столики еще рано для нее. Единорожка, да. У тебя есть единорожка? Цены, конечно, космос. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Поехали, поехали, поехали. Она с мужиком. Анюска. Вот это мы едем. Да. Высоко, высоко. Катаемся. Видите, кинотеатр закрыт. Все закрыто. Нажимай вниз. Все, поехали вниз. Нулевой. Или первый, не знаю. Ну, поехали куда-то. Смотрите на нервного Виктора Владимировича. Ой, мы едем. А первый жать надо, да. Было же это второй первый. В итоге торт купили, деньги потратили. Аня ест конфету. Конфету выпросила по стелу своего Боба. Мама пижаму выбросила, а папа, как всегда, безничала. Такая жизнь у нас. Всем хорошего вечера. Немножечко вам покажу нашей жизни, что город живет. И у нас более или менее все нормально. Да?